Семена и рассада жимолости, съедобный голубое веретено вырастают в кустарнике средних размеров, компактной формы. Средняя высота растения едва превышает 1 метр, а ширина – не больше 130 сантиметров. Плоды на ветках появляются в середине сентября. Они имеют продолговатую форму и темно-синий цвет. Для человека они безопасны и вполне съедобны, могут использоваться для консервации или употребления в свежем виде, но вкус слегка терпковатый на любителя. С одного куста за период урожая можно собрать до 6 кг ягод. Растение устойчиво к самым распространенным заболеваниям, не поражается паразитами. Жимолость, съедобное голубое веретено – это кустарники с типом роста, среднерослый. Лист растения по форме яйцевидный, округлый. Жимолость, съедобное голубое веретено, имеет экстраранний срок созревания. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что жимолость, съедобное голубое веретено, самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.